Так, в общем, всем привет. Я вернулся после отсутствия, просто приболел немного. Видео не записывал, сейчас будет бой Ди Брайана против Ортона Шеймуса. Матч по правилам TLC. В общем, поехали. Мистер Ес идет. Но я ему титул тут не ставлю, просто играю обычный матч, поэтому если не хочется титул менять, играем просто матч такой вот. Это Нортон. Ванни Отен выходит к нам. А вот он, Шеймус. Идет так уж, я нас всех радуется, все ему радуются, пусть радуется. А бой тем временем уже начался. И вот Брайан пытается напасть на Ортона. Ой, Шеймус сбивает суплекс. Ох, ой, ой-ой-ой-ой. Брайан сразу уходит ринга, как истинный хил. Просто убегает с него. Вот стол уже на ринге мы видим. Видим, Рэй Реслих там начали за рингом бороться. Он, давай выходи наконец-то. Ой, такой бэкбрейкер. А тот оно. И Брайан тут, видим, уже пытается по-хитрому все сделать. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, что делает? Что делает? Что Брайан творит? Вы посмотрите. Что творит Ди Брайан? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ты что, совсем Брайан, а? Ой, что бот это? О! А вот уже тут и Ортон мы видим. Ой-ой-ой-ой-ой, Шеймус их обоих скидывает. Ох! Да. Так, сейчас Брайан мог быстренько победить. Так как боты зависли. Вот он кик по лестнице. И я тренер Брайана, мистер Ес! О, можно было на стол прыгнуть. Оказывается. Нет, Кол уже любит Брайана вроде как. Я мистер Ес. А, вообще не улетел. Вот у них там началась борьба. О, такой вертикальный суплекс. Я мистер Ес. А, опять не там. Как будто специально он мимо летит. Я мистер Ес! Да, он специально мимо летит, походу. Интересно, почему? Ес! Я вообще перелетел, да. Так, вот он, скупслэм от Ортона. И тут Ди Брайан уже входит и мочит белого, великого, белого доброго. Опа, на тебе. Ой-ой-ой, они сейчас Ортону будут проводить командный Irish Curse. Ди Брайан, и это немецкий суплекс. Попытка чего-то там, нет. Ой, вот тут еще суплекс от Шеймуса. Дропкик по спине. Вот прием от Ортона, и тут Брайан проводит суплекс. Вот такой вот. Отлично. Отлично. Ой.
нет. И Брайан мотает с ринга. Yes! Yes, 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 yes! А, блин, стол еще улетел. В следующей части, наверное, уже Коул будет боготворить Брайана, а Лолер наоборот. Скорее всего, так и будет в следующей части. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой! Стулом получил сейчас. А тут он забыл про Ортона, который тут же уже готов. Так, Шеймус застрял между столом. Нет, чтоб обойти его. Опа! И Брайан со спины нападает. Молодец! Молодец! Оу, ёшкин кот. Отлично просто. Просто суперски. Гадбастер. Удачно. Просто удачно. И попытка суплекса. Нет, 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 нет. Это реверсирует. Ой. Ой-ой-ой, еще вот так вот. Ай-яй-яй. Ох, какой. Ой. Нет, что-то Брайан хотел провести неудачно. Ой-ой-ой-ой-ой, кики от Брайана. Ой, по белому телу Шимуса. Ой-ой-ой-ой-ой, ох, мощно. Мощно, мы сами это видели. Ну, Шимусу все нипочем, он суплекс проводит. Что это было? И там же есть лестница больной. Чем еще одна? Наверное, уже лампочку надо подкрутить. Или мозги подправить боту. Так, вот тут Брайан что-то хочет провести. Нет, нет. Да. Улетел Брайан. Раз, два, три. И... Ох, мощно, мощно. И... Yes! Yes! Вот он. Мистер Ес в действии. Вот ее ставь, это убираем нафиг. Вот он слепотень, потому что попадает в лаблок. Нет! Нет, 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 нет. Нету торта. Выкарабкивается с него. Ой, какой бросок. Отлично. Просто суперски. Так, попытка еще одного суплекса. Нет, 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 нет. Ой! Проломлен еще один стол. Ой, какой подленький ударчик. Тут еще суплекс немецкий. Это Ди Брайна. И это сейчас будет. Что ж сейчас будет? Бросок вот такой вот. Еще один. Что же мы увидим сейчас от Ди Брайна? А мы увидели от Шеймуса. Попытку суплекса нет. Ортон проводит вот такой вот. Ой. Ортон клоузлайн проводит. Это значит, что все, конец. Конец. Кому же конец? Ух, ух. Что творят, а? Так, улетел Рэнди в лестницу. Ой, сейчас лестницу, наверное, разобьют. Мне этого не надо. Так, у них обоим финиш. И Брайан проводит дропкик. Отлично, молодец. Еще один. Вот так вот. Молодец, Брайан. Да, yes, yes, ой, чуть не разбил. Вставай, рыжий, я тебя научу ему-разуму. Ой, кельтский крест, нет, крест, то ли как-то, двухручная бомба, короче, пусть будет. Ой-ой-ой-ой-ой, пролетел, отлично. Ой, нет, он хочет все-таки Брайана. Ох, как он впечатал, не Брайана сейчас. Ой, RKO! Иди, Брайан, кик в голову. Молодец. Так, а лестница что-то не берется, видать. Все, она зависла, походу. Вообще надо за второй идти. Эй, кто-нибудь посмотрите на Ди Брайана. Ой, вот он. Ип! Нет. Нет, дропкик не прошел.
Ортон, Ортон, дропкик, молодец, Брайан, еще один дропкик. Так, Ортона камбэк. Ну, ладно, сейчас будет его проводить. О, отлично, отлично, молодец. Рэнди Ортон Брайану это на руку, потому что у него не получился камбэк, блин, жалко. А, блин. Тупой стоп, блин, куда он полетел, а? А, блин. Надо достает. Это физика, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот лестница наконец-то должна быть разбита сейчас. Да, вот все. Ему стало легче, наверное. А зачем он его кидает в эту лестницу? Вот вопрос. В разбитую. Блин. Ты что делаешь с Ди Брайном, а? Нашел на кого нападать, блин. Кик такой вот. Давай, ставь. Ставь. И тут Ди Брайн проводит. Проводит вот такую вот бомбочку. О, удачно. Блин, опять этот стол. Ну кому нафиг нужен? А, еще и грохнут. Ой, Ди Брайн полез. Полез Ди Брайан за кейсом. Ой, почти, почти, почти. Нет, 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 нет. Скинулся трусы. И еще один кик. И попытка суплекса. Нет, 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 нет. Ой. Хагман, нэкбрекер. Нэкбрекер палача. Что там делает Вайпер, а? Сразу начинает свою атаку, что ли? Мистер Ес проводит дропкик. Ес. Ес. Оу. Получи, Вайпер. Так, что-то ничего не видно. Вот он проводит свою фирменную комбинацию. О. И последний кик. Да. Большой. И... Ой. Майонез сейчас получил, мы видели. Ой, Ди Брайан снова, снова, снова что творит? Ой-ой-ой-ой, нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно-то как. Бедный Брайан. Уже второй раз разбивается. Ортон бакбрекер. Ух, ДДТ. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще один фирменный прием Вайпера и удачно подлетел, упал. Отжался. Нет. Будут арки. Йоу! Да! Ох ты ж! Еще и Шема свой финишер проведет. Нет, не провел. Ой-ой-ой-ой-ой, лоболок попал. Рыжий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Робрейков нет. Он сдается, но тут это не считается. Не считается тут такое. Хоть 300 раз постучи. Ты полез с моего угла. А, блин. Ой-ой-ой-ой. Нет. Не удается. Не удается. И... Пинки, пинки, кики. Вот еще один. А Брайан все-таки планирует туда залезть. Именно планирует. Блин, какой поставить нафиг. Снова стоит. Блин. Дотягивается, нет. Отсюда Ди Брайан не дотягивается. Отсюда. Отсюда дотягивается Ди Брайан. Давай, давай. Все, вытаскивает. Все. Победи. Ой, кейс через него прошел. Ой, бедненький. Ну все, победа. Есть. Есть. Все, победил Дэниел Брайан.